В свое время, когда я начинал проект «Корректура», я потихоньку пришел к полному такому ЗОЖу. У меня был полный отказ от алкоголя, то есть я не пил даже пива, даже вина, а по праздникам даже чуть-чуть абсолютно. Ничего не курил, ел только правильное питание. Результат был просто замечательный. В моих старых фото и видео вы найдете, ну не как старых, 5-летней, 4-летней, даже 3-летней давности. И там весь в кубиках такой прорезанный и все такое прочее. Вот. Ну, наверное, лучше так сказать, 4-летней давности. Это последнее уж такое было время. Потом я поправился, когда ковид, там все такое. Вот. И что я хочу сказать. Вот сейчас, когда у меня идет корректура 3.0, потому что была корректура, корректура 2, это корректура 3.0. Я не буду так, конечно, делать. Подумал я, что это был, честно говоря, перебор, потому что бывал часто дискомфорт. Пока ты добиваешься хорошей формы, вообще прям такой замечательный, у тебя хорошая мотивация, ты в зеркале видишь ты себя, что ты меняешься, сушишься, становишься жестче, и это мотивирует, и ты готов поступиться какой-то вкусной едой, чем-то еще, вот. Но потом, когда ты этого достиг, вышел на какое-то плато и удерживаешь его, то становится как-то печально, что все это делается с помощью каких-то глобальных жертв. Так вот, в корректуре 3.0 у меня тема иная. Я проработал некую систему, для себя разработал, которую я вот опробую, она действует, то есть вес идет нормально, хорошо. Вниз я, форма меняется моя внешне. Главный критерий – это зеркало, а не весы, конечно, и не объем талии. Вот. И при этом, при всем, я позволяю себе и вкусно поесть, и жирненько, и сладенько, и тортики, и выпить хорошее вино. Я люблю хорошее вино, я так сразу скажу. Я не очень люблю дистилляты, а вот вино хорошее, сухое, дорогое, да, я люблю. И отказываться от этого не собираюсь. Вот. Так что посмотрим, что будет из этого получаться. Я надеюсь, что все получится. И так уже все получается. Расскажу вам про свою систему. Возьмете на вооружение. Я думаю, что для тех, кому очень тяжело держать всякие диеты, а я вообще противник всяких самых диет, потому что диета – это временно. Я противник сбалансированного правильного питания. Но правильное питание – это не самобичевание, это не удержание какой-то, все равно, по сути, диеты только на длительное время. Нет, можно и нужно есть все, что нравится. Просто нужно соблюдать определенный баланс. И, конечно, не жрать как не в себя. Ну, я об этом отдельно расскажу. Вот. Давайте, салют.